программы «30 секунд». Сегодня я познакомлю вас с девушкой, у которой любовь к музыке зародилась с самого детства. Будем знакомиться. Аня. Аня, привет! Я рада, что ты смогла к нам приехать. Привет! Я тоже очень рада, что мне получилось приехать к вам. Расскажи, как давно ты уехала из нашего города? Я уехала год назад, когда закончила гимназию, и мне надо было поступать в университет, и пришлось уехать в Таллин. Как ты осваивалась в столице? Ну, поначалу было тяжело, потому что это первый мой опыт, когда я живу без родителей. Началась собственная жизнь, самостоятельная, взрослая. Пришлось планировать свой бюджет, пришлось планировать время, но сейчас уже все в порядке. Дай начинающие советы молодым людям, которые собираются переехать в Таллин. Ну, совет мой будет, наверное, в том, что не нужно забывать про учебу. То есть учиться в университете довольно как бы просто, потому что никто тебя, с одной стороны просто, никто тебя не заставляет ходить на лекции, никто не будет за тобой бегать, говорить, что тебе надо что-то сдавать. Ты должен делать все сам. И поначалу кажется, что, в общем-то, все очень просто, и на лекции можно просто не ходить. Но когда начинается сессия, все это тебе очень сильно аукнется. Поэтому мой совет – ходите на лекции и учитесь. Известно, что ты начинала свою музыкальную карьеру с хоровой студии «Чайка», а сейчас увлекаешься диджеингом. Расскажи, чем отличаются эти два музыкальных направления? Да, когда я была совсем еще маленькая, в Нарве была открыта студия «Чайка», в данный момент это уже хоровая школа. Там мы пели академическую музыку, и, наверное, самое большое отличие в том, что там я пела. В диджеинге я как бы ставлю музыку, я играю для людей, ставлю то, что им нравится. Наверное, даже разница не в стилях, а в роде деятельности. Многие думают, что работа диджеем – это просто. Приходишь, ставишь музыку, говоришь пару слов в микрофон и все. А как это происходит на самом деле? Сейчас бытует такое мнение, что диджей – это тот человек, который пишет музыку и делает ремиксы. Я с этим не совсем согласна, потому что вообще диджей – это сокращенно диск-лакей, то есть человек, который ставит музыку. Для меня работа диджеем – это работа прежде всего с людьми. Ставя музыку, ты можешь либо поднять настроение человеку, либо наоборот его испортить. Можешь сделать вечер незабываемым, а можешь наоборот полностью испортить впечатление о себе и о клубе, в котором ты играешь. Есть ли у тебя в планах продолжать сольную карьеру певицы? Ну, карьеру певицы, наверное, нет, но у меня есть такая мечта маленькая, я хочу записать свой собственный трек. Просто считаешь ли ты себя примером для подражания и почему? Ну, примером для подражания, наверное, нет, но я в детстве и вот в период школы была очень-очень сильно занята. У меня не было времени ни на прогулки с друзьями, ни на алкоголь и все остальное. Я была, я танцевала, пела, занималась всем, чем только можно. И я думаю, что именно в этом, вот, наверное, как бы как пример меня можно воспринять. Мы благодарны Ане за то, что она уделила нам время. Это была программа «30 секунд». Меня зовут Таня. До новых встреч!